Всем привет, дорогие друзья и товарищи, с вами Рин, и сегодня у нас заключительная бонусная серия по замечательной новелле Coffee Talk про кофейню, которая работала исключительно в вечернее и ночное время, и про ее самых разных и, несомненно, интересных обитателей. Я обещала вам доперевести последние три рассказа, которые у нас остались в вечернем шепоте в приложении. Кстати, в комментариях этот летсплей уже выкладывается, причем довольно-таки давно, кстати. Да, давненько я к этой игре не прикасалась, но так уж получилось. Мне в комментариях писали, что, оказывается, уже существует русский перевод, а я такая вот балда об этом не знала и начала записывать английскую версию, переводить ее самостоятельно, из-за чего, конечно, у меня возникали проблемы и не раз, и не два, и некоторые фразы так и остались непереведенными. Где-то я вообще ошибок надопускала, но ничего, это рабочий процесс, это бывает, да. Зато неплохая тренировка перевода все-таки. Вот, но так я собиралась вам, значит, эти рассказы перевести, тем не менее, и перевод у меня был готов, всех троих. Готов и отшлифован, это я имею в виду, что я его тщательно просмотрела, отредактировала, чтобы все было относительно литературно. Ну и как вы думаете, что случилось дальше? Ну конечно, по закону подлости этот перевод у меня с флешки стерся. Просто потому, что в один прекрасный момент там на ней возникли какие-то ошибки, для того, чтобы пользоваться этой флешкой, которая у меня и рабочая, к слову, пришлось ее восстанавливать, поэтому документ потерся. Осталась только самая старая версия с переводом самым изначальным, еще первого рассказа, вот из этих трех. И, естественно, мне как-то было влом переводить заново все эти три рассказа, потому что они, ну, очень уж большие. Поэтому... Что мы с вами будем делать? Сейчас мы откроем вечерний шепот, и я вам, наверное, просто попытаюсь пересказать суть всех этих трех рассказов. Это не займет столько времени, сколько занял бы перевод именно этих рассказов. Но, тем не менее, у нас с вами тут еще какие-то комиксы остались, поэтому я на них тоже планировала обратить внимание в этой серии. Итак, этот рассказ, точнее серия рассказов, должна была называться, ну, что-то типа «Долго и счастливо во веки веков» и там, и так далее, и так далее. В первой части мы знакомимся с Ромео и Джульеттой, прототипами для которых послужили Бейлис и Луа, как мы все понимаем. То есть это парень и девушка из разных слоев общества, будем говорить так. И, как следствие, они не могли друг с другом быть вместе. Но, тем не менее, что-то начало между этими двумя происходить. И как же все это начиналось? Вообще, когда я прочитала все эти рассказы, я так поняла, что это было больше самовнушение с их стороны и больше со стороны Ромео. Почему? Сейчас я вам объясню. А Ромео, как нам тут говорят, молодой человек 20 лет. Он происходит из довольно консервативной семьи, но, тем не менее, не настолько жестокой, как это в реальности было у Бейлиса. Он ненавидит, что родители назвали его именем Ромео, и потому что это напоминает ему того самого персонажа из Шекспира. И понятное дело, что когда он встретился с Джульеттой, он сразу подумал о том, что вот была бы там, не знаю, шутка, проделка судьбы, если бы мы с ней влюбились друг в друга и не могли бы быть вместе. Но так все и случилось. Джульетте было столько же лет, сколько и ему. Они, в общем-то, семья у нее была, ну, примерно такая же, как описали семью Ромео. Они учились в одном университете. Я так поняла, что в случае Бейлиса и Луа это было, ну, то же самое. Они тоже вместе учились, ну, и какое-то время общались там через общих знакомых. И она тоже думала о том, что было бы, если бы она влюбилась в парня по имени Ромео. Вот, они учатся в одном университете, и они, знаете, такие люди, которые, ну, не могли бы сдружиться, слишком уж они разные. Ромео, например, нравятся фильмы, которые Джульетта ненавидит, и наоборот. У них об этом будет идти речь в дальнейших частях. По-моему, Ромео цитировал что-то из «Ванильного неба», а Джульетта такая ему говорит: «Ты что, только что процитировал «Ванильное небо»? Ты же знаешь, что я терпеть этот фильм не могу». В свою очередь, Ромео ей говорил, что... «Я знаю, что твоя любимая книга – это секрет». Не помню автора, но, короче, довольно-таки хайповая была книжка в свое время, лет 10 еще назад, может быть. И, в общем, Ромео говорит: «Да, я знаю, что это твоя любимая книга, но я терпеть ее не могу, это такое говнище, я никогда хуже в своей жизни книг вообще не читал». И непонятно, как они с такими, в общем-то, противоречиями могли друг с другом
хоть как-то соединиться. Но, тем не менее, началось все с того, что в университете лектор давал им групповые задания и, как я поняла, сам объединял студентов по парам. Ну, то есть, видимо, он решил подшутить каким-то образом. Ну, раз вы Ромео и Джульетта, то давайте я вас сведу. И они начали вместе работать над проектами, над заданиями, подружились. И по мере того, как проходило время, и групповые задания уже перестали быть такими, видимо, частыми, Ромео и Джульетта, тем не менее, продолжали общаться. То есть они стали друг для друга действительно хорошими друзьями. Но Ромео почувствовал, что влюбился первым. И его эта мысль начала очень сильно мучить. Он не знал, как ему с этим быть, что вообще предпринимать. Нормально ли то, что он, Ромео, влюбился в Джульетту? Он сам думал, может, ему это только кажется. Короче, вот как-то так. Тут они с Джульеттой... То есть тут он начинает осознавать свои чувства к Джульетте. Он думал, что... Раньше его раздражал ее смех, потом оказалось, что он этого смеха ждал больше всего на свете. Вот все в таком духе. Вот здесь как раз об этом, обо всем говорится. Тут в один прекрасный момент Джульетта подошла к Ромео с просьбой поговорить. Сказала, что у нее есть какая-то тайна, это очень важная тайна. Но нет, у них не с первого рассказа завяжутся взаимоотношения, вообще как бы нет. И Ромео ей в этом рассказе не признается, то есть тут только самое-самое начало. Тогда Джульетта рассказала ему что-то про свою учебу, про то, что, ну, наверное, ей было тяжело учиться, про какие-то трудности, с которыми она столкнулась, и она просто решила поделиться этим с Ромео. Он ей пытался давать какие-то советы, но ему казалось, что все эти советы глупые, ни к чему не приведут. Ну, короче, это вот все проявление дружбы между ними. Вот, Джульетта говорит, что я могу тебе доверять, поэтому я тебе все это и рассказала. И после этого разговора Ромео еще больше влюбляется в Джульетту, хотя ему и кажется, что это очень-очень глупо. Вот он все мучился этими мыслями, что вот я-то в нее влюбился, а она в меня нет, и как же нам поступить, что же делать? Так, но, по-моему, они все-таки должны как-то зацепить эту тему. Нет? А вот, Ромео, то есть в каком-то из разговоров Ромео внезапно спрашивает Джульетту, а ты знала, что ты когда-то, раньше ты мне нравилась? И на самом деле он солгал, потому что Джульетта ему нравится до сих пор. А он так это все повернул, что, знаешь, я какое-то время назад был в тебя влюблен, но подумал, что, типа, мы все равно не смогли бы быть вместе, потому что у нас такое разное происхождение, разный бэкграунд, и вот это вот все. Джульетта, конечно, удивилась. И спрашивает, а почему я тебе нравилась? Должна же быть какая-то причина. А что Ромео на это ответил? По-моему, он как-то... А, он сказал, что ты кажешься мне очень сильным человеком. У тебя такая сильно выраженная девочковость. Вот я еще билась над этим переводом, не могла понять, что он хочет этим сказать. Но как бы да, Джульетта девушка. Естественно, что в ней будет развита женственность, разве нет? Но, видимо, вот это ему как раз и не давало покоя, что вроде бы она такая мягкая, женственная, а с другой стороны, она такой сильный персонаж. Что-то такое. Ну и вот они обсудили эту тему. Джульетта... так и подумала, что, раньше я нравилась Ромео, и что ж теперь поделать? Мы все равно вместе быть не сможем. Но даже после этого разговора Ромео еще больше там влюбился в эту Джульетту, он уже не мог спать, не мог нормально себя вести, и так далее. И он все хотел ей признаться на самом деле, что Джульетта до сих пор ему нравится, но он так и не смог этого сделать в первом, во всяком случае, рассказе. Тут очень, на самом деле, много воды, что вот мне не нравится. Раньше Фрея писала рассказы, в которых более-менее умещалась вся суть. Какие-то рассказы были подлиннее, какие-то покороче, но настолько длинных еще не было. И тут много таких предложений, которые повторяются по нескольку раз, вот эти вот переживания Ромео. Это, наверное, было немного слишком. Почему мне и было трудно это переводить все.
Но мы движемся ко второй части, и во второй части... Ага, первая это закончилась тем, что Ромео твердо решил признаться Джульетте в своих чувствах, когда они снова встретятся. Но когда они снова встретились, этого не произошло. Он почувствовал, что, ну, как будто бы ему страшно, что... Вокруг Джульетты как будто витает такая аура, что он боялся к ней подойти. Непонятно почему. Но в один прекрасный момент все-таки решился с ней поговорить. И вот он попросил подвезти ее домой. Джульетта сказала, что нет, все в порядке, я просто вызову такси. Убер или не Убер. Короче, сейчас же очень популярно вызывать такси по приложениям. Ну, в конце концов, она все-таки согласилась поехать с Ромео и поговорить. Но место для встречи выбрала она. И они приехали в небольшой парк, в котором Ромео никогда раньше не был. И там обстановка такая была очень романтичная. Светила полная луна. Они там сели на скамеечку, стали смотреть на эту луну, на звезды. И где-то там в небе собирались тучи. То есть к утру должен был пойти дождь. И то ли Джульетта, то ли Ромео, кто-то из них сказал, что хотел бы продлить этот момент вечно. Чтобы это было всегда, чтобы ничего этот момент не расстраивало. И вот они сидели, на все это смотрели и начали разговаривать. Ромео признался, что «Джульетт, я тебе солгал, ты на самом деле мне все еще нравишься и очень даже сильно». Но тут Джульетта ему отвечает: «Я знаю, это не то, чтобы это было очевидно, но я об этом догадалась». Вот. Потом он ей о чем говорил? Ну, он ей говорил, что «Да, мы, конечно, с тобой очень разные, и, возможно, из наших отношений ничего не получится, но все-таки я хочу, чтобы мы попытались». Джульетта ему отвечает: «Да, Ромео, ты мне тоже очень сильно нравишься, но... Но ты же понимаешь, что ну, нам просто невозможно быть вместе». И вот они все это они обсуждают. Собственно, говорят друг другу, что признают друг другу в чувствах взаимных, но типа говорят, что ну никак нам вместе не быть. Вот как раз этот самый отрывочек, когда Ромео говорит с Джульеттой про секрет. Забавно. Что эта книжка ему очень... не понравилось. Джульетта спрашивает Ромео: «Ну, ладно, мы с тобой все это обсудили, и ты сам понимаешь, что вместе мы быть не можем. Но почему же в таком случае ты решил мне признаться? Почему ты просто не забыл меня?» Ромео отвечает: «Я пытался, но всякий раз, когда я с тобой говорю или когда я тебя вижу, я все время вспоминаю, как много ты для меня значишь». Ну и тут он перечисляет: «Я знаю, что ты не слушаешь мою любимую группу, но я все равно о тебе думаю. Ты не играешь в компьютерные игры так часто, как я, но там, тем не менее, если бы я в них играл, то я бы все равно играл в них с тобой, потому что ты мой самый лучший напарник», и все в таком духе. Блин, идеальные отношения, если так подумать. И вот тут у него еще был монолог, в котором Ромео говорит, что «Я всегда думал, что когда я влюблюсь в кого-то, то это будет человек, с которым я захочу состариться. Но знаешь, Джульетта, с тобой я состариваться не хочу. Я хочу быть с тобой сейчас, вот в этом самом моменте, чтобы этот момент никогда не заканчивался. Во временной петле, так сказать». Ну и вот у них тут романтика. Что-то там любовь. Джульетта там говорит: «Я не знаю, почему я в тебя влюбилась, ты ведь такой чудак». Ромео ощущает, как будто он сбросил с себя груз тяжелый, который его мучил несколько месяцев, там камень с души. Вот про «Ванильное небо» они говорят. И я, кстати говоря, даже искала эту цитату, потому что я смотрела «Ванильное небо», правда, всего лишь один раз. Буквально пару лет назад посмотрела. И этот фильм мне очень понравился. Можно даже его пересмотреть. Я думаю, почему нет? После этого фильма можно сказать, что я открыла для себя Тома Круза, как это странно не звучит, потому что до этого я как-то слишком много фильмов с ним не смотрела. Вот «Ванильное небо» мне очень понравилось. Потом, кстати говоря, роль, которая очень меня удивила у него, где он прям преобразился полностью, я его даже не сразу узнала. Это был «Солдаты неудачи», по-моему. Это мы его вместе с Фломастером и Фоксом смотрели. И еще один фильм, который я посмотрела недавно, буквально пару недель назад, это «Широко закрытыми глазами», где он снимался с Николь Кидман.
Шикарный фильм, конечно, не совсем простой для понимания со своим прибабахом, но мне зашло. Вот как-то так. Круз действительно не только очень симпатичный актер, но еще и крутой. Вот они признаются друг другу в любви, уже все такое. И заканчивается этот рассказ тем, что Джульетта просит Ромео ее поцеловать. Ну, собственно, они целуются, и тут, знаете, вот такой клишированный момент происходит, что они поцеловались, даже не так, их губы слились в поцелуе, и весь мир как будто бы замер, остались только они вдвоем. Вот что-то такое здесь то же самое и произошло. Джульетта тут говорит даже такую фразу, что я слышала, что люди говорят, что поцелуй – это волшебная вещь, он может останавливать время, или переносить тебя в будущее. И как будто бы они застряли вот в этой бесконечной временной петле, когда поцеловались. Но у этого рассказа есть еще и третья часть. И в третьей части все начинается с того, что Ромео просыпается, буквально хватая воздух ртом. Прям такой, знаете, запыхавшийся, как будто бы ему ужастик снился в этот момент. Но сначала он подумал: что, неужели это был всего лишь сон? То есть он испугался, как будто бы ему это все приснилось. Он вспоминает про Джульетту и думает, что с ней могло произойти. Тут Джульетта начинает сама ему звонить. Они говорят друг другу, что, в общем-то, они в порядке, но им срочно нужно поговорить. И, если честно, я этот момент, пока я не перевела эту часть рассказа, я вообще не поняла. То есть какие могли быть проблемы? Они встретились, признались друг другу в любви, все, наконец, хорошо, но вот, блин, поди ж ты, надо было случиться чему-то непонятному. И в этот момент Ромео внезапно осознает свои чувства. То есть он очень долго был обременен своим чувством к Джульетте, а сейчас оно как будто бы исчезло, как будто бы испарилось. Словно отделилось от него само по себе. Ну и в общем, когда Ромео прибыл в кофейню, между прочим, Джульетта там его уже ждала. Они поговорили, вот Ромео спрашивает, что произошло прошлой ночью. Джульетта мотает головой и говорит: я не уверена, но я чувствую что-то вроде облегчения. В общем, когда я проснулась этим утром, я испытала какое-то странное облегчение. Ромео признается, что чувствует то же самое, как будто бы какая-то его часть просто исчезла. Потом Джульетта спрашивает: а ты вообще помнишь, что произошло прошлой ночью? Но Ромео такой хмурится и гримасничает: знаешь, на самом деле я не уверен. Тогда Джульетта его спрашивает: а что ты сейчас ко мне чувствуешь? Ромео молчит, думает, а потом говорит: я не знаю, ты все еще очень сильно мне нравишься, но как-то по-другому, не так, как последние несколько месяцев. Джульетта отвечает: я чувствую то же самое. И они думают, какого черта произошло? То есть их любовь, их чувства уже не такие сильные, как это было в самом начале. То есть они поцеловались, тут бабах, каждый просыпается у себя в кровати и не понимает, что произошло. Тут Джульетта выдвигает версию. Знаешь, говорит, я не уверена, но есть такая теория. Может быть, она, конечно, очень странно звучит, но ты только меня послушай. Может быть такое, чтобы та наша часть меня и тебя, которые влюбились друг в друга, каким-то образом нас покинули. Они отделились от нас, вообще покинули этот мир и создали свой собственный, то есть как будто бы застряли во временной петле. Собственно, это было то, чего им так хотелось, не состариваться вместе, а остаться навсегда в том самом моменте. И Ромео смотрит такой на Джульетту и говорит: ты что, с ума сошла, что ли? Как тебе такое вообще могло в голову прийти? Это ж просто, типа, немыслимо. Джульетта такая: ой, да подумаешь, у тебя есть версия получше, что ли? Ну и, в общем, по-моему, они решили остановиться именно на такой версии. Потому что в итоге получилось, что они друг друга больше не любили. Они остались хорошими друзьями. И вот они спрашивают друг друга: а что же нам делать дальше? Как нам дальше быть? Ну и, типа, они решили жить, как и раньше жили, просто быть друзьями. Вот, собственно, и все. В концовке этого рассказа говорится, что, в конце концов, Ромео с Джульеттой остались хорошими друзьями, они нашли свою любовь, то есть каждый кого-то нашел,
человека, с которым у них были общие интересы, с которым они хотели бы уже состариться, прожить жизнь и все такое. Вот. Вот в этом и суть. Но в конце еще немножко говорится о тех Ромео и Джульетте, которые сгорали от любви друг к другу. И Фрейя тут обращается как бы сама к читателям. Она говорит: «Я вам сейчас расскажу. Эта парочка до сих пор сидит на скамейке в парке, той самой идеальной ночью, когда было полнолуние. И они останутся там сидеть до скончания времен. Они создали свой собственный мир без вмешательства каких-то других людей. И всю свою оставшуюся жизнь они, у них, в общем, они останутся друг с другом и сохранят между собой эту свою наивную, чистую любовь, и ничто это не изменит». И тут уже это звучит как легенда. Говорят, что ясной ночью, когда на рассвете, ну, типа, обещается дождь, когда, наверное, хорошо видно Млечный Путь, в общем, не знаю, и светит полная луна, можно увидеть парочку молодых людей, которые сидят на скамейке в парке, но только краешком глаза. И только в том случае, если вы позволяете себе быть романтиком где-то там в глубине своей души. «Это правда?» — спросите вы меня. Я вам отвечу: «А разве это важно?» Разумеется, это абсолютно не важно ни для кого-либо живущих на Земле, ни для самих Ромео и Джульетты, которые там навсегда остались в этой вечности. Вот такие вот три рассказа, такая вот странная история. Почему-то я надеялась и рассчитывала, что Фрейя в своей истории, ну, как-то сделает, как было у Бейлиса и Луа в реальности, типа, что вот были какие-то непреодолимые препятствия, но они все-таки смогли быть вместе, несмотря ни на что. Но нет, она решила повернуть эту историю немножко в другое русло. И от этого, наверное, даже лучше. Я не могу сказать, что эта история плохая или какая-то не такая. Мне наоборот нравится. Это очень даже нетривиальная концовка. Ну и здесь нам говорят, что большое вам спасибо, но пробная версия вашей подписки истекла. И, пожалуйста, если вам нравится контент, который мы производим, то заплатите мани-мани. Сколько нам тут обещают? Всего $5 в месяц для того, чтобы подписаться. Или присоединяйтесь к какой-то там премиум подписке, которая будет стоить всего $10 в месяц. Мне кажется, с нынешним курсом это довольно-таки много, если на наши деньги переводить. Вот. Вот такие вот дела, дорогие друзья, товарищи. Мы с вами прочитали все рассказы, которые писала Фрейя, послушали всю музыку, но, кстати говоря, рецепты кофейные и какие-то другие чайные в том числе, мы с вами не открыли. И, к сожалению, не открыли профили абсолютно всех персонажей. Я так полагаю, что все-таки вот у нас профиль Нила остался полностью закрытым. А, наверное, все-таки мы как-то могли его открыть. Я надеюсь, что это так. Что ж, теперь мы с вами можем выйти в главное меню и посмотреть на комиксы, которые были нарисованы, я так понимаю, непосредственно перед тем, как игра вышла. Это у нас вкладочка «Экстрас», и мы можем на все это посмотреть здесь. Эпизод первый «Push the Limit». Ой, у Enigma же есть композиция с таким названием «Push the Limit». И, блин, а как ее корректно перевести, я, блин, опять же не знаю. Но это комикс про Акву причем. Это о том, как она впервые сюда попала, в кофейню. Я бывала... А, подожди, или это уже комикс описывает события после того? Короче, сейчас узнаем. Тут она говорит, что я бывала перед дверьми этой кофейни столько раз уже, ну, стояла перед ними. Это место кажется таким теплым и уютным, но я не могу... А, я не могу заставить себя войти туда. То есть она... Блин, у меня тоже такое было, когда я жила в Тюмени. Там, знаете, проходишь мимо каких-то уютных кофеен, а их там очень-очень много. С каждым годом прям открывается все больше и больше. И вот ты проходишь мимо какого-то места, так смотришь на него, там в окна, например, и тебе так хочется туда зайти, но по каким-то причинам вот ты не можешь.
То ли у тебя финансовое положение сейчас не очень хорошее, то ли ты просто не хочешь заходить туда в одиночестве, то ли просто смущаешься, потому что не знаешь, какие там могут быть цены и что там тебе могут предложить. Но это, конечно, все не так страшно. Надо через себя переступать таких ситуациях, потому что ничего страшного это тебе не приносит. Ну, зайдешь, попьешь кофейку, в самом худшем случае этот кофе тебе не понравится, и ты просто больше не будешь туда заходить, вот и все. И вот она, в общем, она всегда приходила к этой кофейне и говорила, что когда-нибудь я сюда зайду обязательно, вот завтра-то я точно сюда зайду, но так и не заходила. А, в один день она решилась, да? Что ж, вот, настал тот самый день. Но она столкнулась с Гала, который по каким-то причинам ее напугал. Не знаю почему, ведь он даже не был в своем облике, ну, оборотня. В общем, он ее напугал, и она такая говорит: «Нет, я лучше завтра зайду». Опять же, в какой-то из дней она решилась, ходила перед дверью туда-сюда. Но тут на нее натолкнулся Джорджи и такой говорит: «Простите, мисс, могу ли я задать вам несколько вопросов? Вы часто заходите в эту кофейню?» «Нет, я никогда здесь раньше не была!» И сбежала. Ну и что ж. It's probably quiet enough. Там, скорее всего, довольно тихо, и никто меня не заметит. То есть в один день она все-таки решилась туда зайти. Блин, это мило. Это мило. Показали ее такую скромную натуру. Да. Давайте второй комикс смотреть. Второй комикс у нас черно-белый, и я так понимаю, это про... Подожди, про... Нет, это про Гала. Я думала, это про Бейлиса, потому что у него аватарка была черно-белая, но, скорее всего, это про Гала. Blurry Eyes — это типа мутный взгляд или что-то такое. Столь многие одержимы вещами, которые исчезают со временем, отмирают даже, я бы сказала. Внешность... благосостояние, богатство и отношения. Подожди, Хайд был женат? У него тут просто бумажка, которую ему вроде как предлагают подписать, или что? Это согласие, ну, на развод, типа. После нескольких сотен лет... Что меня вообще может волновать в этой жизни? Типа, он так много прожил, ну, видимо, был женат, разводился, немало повидал на своем веку. В общем, развелся, и он говорит, что даже вот этот развод уже как бы не ощущается, не чувствуется, что это что-то болезненное для меня. И тут Гала же был вроде как его телохранителем, но здесь он, видимо, еще и в роли водителя выступает. Он говорит: «Эй, ты в порядке?» «Знаешь, такие вещи, как чувства, больше меня не беспокоят». А Гала говорит: «Да нет, конечно же, беспокоят». Здесь, кстати, есть еще даже ссылка на Твиттер. Если кому интересно, то можете заглянуть. К разрыву, к такой вот сердечной травме никогда нельзя привыкнуть. И Хайд начинает плакать. Вы посмотрите на него. И Хайд ему говорит: «Давай вези меня в наш бар, где мы обычно с тобой зависаем». И Гала говорит: «Принято». Слушайте, комиксы совсем-совсем маленькие. Совсем маленькие, но что-то в них есть, что-то трогательное. А третий комикс уже про Фрею. Про Фрею, которая пытается что-то там писать. О, можно на ее комнатку посмотреть. Творческий беспорядок, как это мило. Ох, я, говорит, уже 3 часа бьюсь над этой страницей, не могу дописать ее. Что ж со мной не так-то? Ну вот она приходит в кофейню. Подожди, а это же вроде... Это не наша кофейня, она тут кофе на вынос взяла. Ты что, где-то в других местах еще, значит, бываешь? Изменщица. Хотя, кто ее знает, в принципе. Может, она и в нашей кофейне могла что-то брать. Но вот судя по вот этой вот надписи, которая слева... Я, кстати, все время забываю, что вы не видите мой курсор почему-то. Судя по этой надписи, кофейня совсем не та. То есть она решила... Ну и, кстати, время-то днем, да, на этом комиксе происходит. Поэтому это точно не наша кофейня. У каждого из этих людей есть своя собственная история. И все-таки я упорно пытаюсь написать хоть одну. По крайней мере, закат красивый.
И еще один селфач для моего профиля на том удачило. Как это прикольно. Мои друзья наслаждаются своим воскресным свиданием. Вот это ее друзья, да? Некомими? Ну и, наверное, человек. Хотя так и не скажешь. Может, тоже вампир, как Хайд. Он в черных очках. Ладно. А вот наступает вечер. Я сделала один шаг на улицу или что-то такое, и моя голова теперь полна историй. А эта комната высасывает из меня всю креативность. Ну что ж, погнали. Как насчет тебя, дорогая первая страница? Тут, кстати, все так нарисовано, как будто бы у Фреи глаза разного цвета, но, по-моему, нет, по-моему, они одинаковые. Ну что ж, дело готово сдвинуться с мертвой точки. Ну как-то мне, знаете, мне даже обидно, что она на этом комиксе взяла кофе не у нас. Ну что теперь поделаешь? Сколько тут... Кстати, комикс назывался «Мелодия жизни». Ну ладно, идем дальше. Сколько ж тут этих комиксов вообще? Судя по всему, многовато. И на сей раз мы прочитаем про Гала. «Gentle Howl Within». Вот это уже сложно. В больнице показался еще один... Ну, в общем, в больницу привезли еще одного пациента. У него было всего лишь немного синяков, но его сестра была безутешна. Все-таки, возможно, я слишком сильно отреагировал на кровь. «Мамочка, почему он такой страшный?» «Да, господи, почему он страшный? Только потому, что пластырями заклеен». «Я не знаю, мне Гала никогда страшным не казался». «Тише, дорогая, не показывай пальцем!» «Бедные дети!» «Бедный Гала!» «Ты видела его шрамы? Это оборотень!» Ну и, короче, понятно. Тут, видимо, в этой реальности нет нужды все это скрывать. Но у Галы шрам это ведь не только из-за того, что он оборотень, а еще из-за того, что он воевал. «Йоу, Гала, что, тяжелая смена, да? Зашиваешься? Как насчет того, чтобы пойти выпить?» «Не сегодня, спасибо». Ну и он был таким нелюдимым, ни с кем не разговаривал, собственно, да. «Что с ним такое? Он выглядит еще более угрюмым, чем обычно». «А, наверное, это то самое время месяца». Знаете, прозвучало очень странно, но в контексте того, что Гала мужчина, у него бывает, конечно, свое особое время месяца. В общем, сегодня не самый лучший день для его вида. В общем, когда он видит кровь у детей, это напоминает ему войну. И о его худшем, как бы это сказать, о худшей его части, о том, что он оборотень на самом деле. Может быть, оборотню такому, как я, не нужно работать в больнице? И тут внезапно девочка или мальчик, не знаю, короче, ребенок дарит ему цветочек. «Это вам, сэр! Взбодритесь! Типа, улыбнитесь, да?» Но я думал... Ну и в конечном итоге... В общем, я думала, девочка испугалась, правда что, а она на самом деле подарила ему цветочек. «Бузи, как это мило!» И Гала стоит так и улыбается. Мне нравятся эти маленькие комиксы, в них что-то есть. Эпизод 5. А вот это уже про Беллиса. Full-time freelance life. Уже в самом этом сочетании full-time freelance есть этот оксюморон. Потому что, ну, типа фриланс на полный рабочий день или как-то так. Не знаю. Хотя, наверное, и такое бывает, почему нет. «Да, это я. Да, это я отправил...» Это он типа разговаривает по телефону с помощью гарнитуры. «Да, это я отправил последний дизайн». Это он разговаривает с той самой психованной клиенткой, которая его выводила из себя. «Нет, это последний дизайн, видимо». «Стойте, что? Мне что, опять надо его переделывать?» «Да вы гоните, я не буду больше ничего переделывать». И он говорит: «Нет, мне плевать, что говорит ваш босс, это ваша работа. Я не...» «Ну хорошо, хорошо, я все сделаю». «Это что, должно быть готово сегодня вечером?» «Да, я понял, конечно, спасибо». И он такой, это он шагает по ночному Сиэтлу, и тут ему звонит Луа. Он, скорее всего, надеялся провести время с ней, но ему придется работать.
А, это он сам ей звонит, это не она ему. Какая милая фоточка, кстати. Эй, это я. Извини, но сегодня не смогу с тобой встретиться. Нет, все в порядке, просто тут клиентка, понимаешь, недовольная. Да-да-да, я знаю. Да, я что-нибудь прихвачу, чтобы съесть по дороге. Я знаю. Спасибо, любимая. О, боже, милота. 6-й эпизод. Слушайте, как много здесь комиксов. Мне кажется, я сейчас просто выдохнусь и устану это все читать. А хочешь быть... А кто это вообще? У нас даже такого персонажа не было. Лол. Это не Рэйчел. Не кто-то там еще. У нас точно такого персонажа не было. Такой девушки. А, типа, быть твоей девушкой... О, это отвратительно. Уйди от меня. А, это Нил. Это Нил встречается с девушками и предлагает им все это. Ну и, в общем, понятное дело, что такое взаимодействие не приносит своих результатов. И Нил думает, что, возможно, я какой-то неправильный метод взаимодействия использую. Возможно, мы вообще не способны отыскать приемлемый метод. Кажется, что наши наблюдения были... В общем, показали нам что-то не то, или я не знаю, что. Нужен какой-то ключевой элемент в этом взаимодействии. А, и он увидел кофейную чашку. Наверное, это его и привело в кофейню. Таким образом, он подумал, что, типа, я предложу кому-то выпить кофе, и тогда девушка, ну, согласится со мной. Того. А он решил обратиться именно к парочке. Простите нас, граждане Земли. Простите нас, земляне. Так будет лучше. Мы увидели, что вы употребляете определенную субстанцию, пока разговариваете. Эта субстанция является ключом к вашему разговору? Это что, какое-то странное интервью? Но если вы хотите знать ответ на этот вопрос, нет, это всего лишь кофе. Но если дело не в этой субстанции, то тогда каким образом вы вот так взаимодействуете? Как вы общаетесь? Серьезно? Да мы не знаем, чувак. Мы просто как бы это сказать, встретили друг друга в Киндлере. Ну, это приложение, да, для знакомств. И решили сходить на свидание. Да, это приложение для знакомств. Вот, смотрите. А, понятно. Значит, этот Kindler — это... Вот это тот самый ключевой метод для взаимодействия между землянами. Возможно, для нас это будет иметь какую-то выгоду. И вот таким образом, значит, нашего Нила и завело на приложение для знакомств. В местный Тиндер. Вот. Но в этом приложении нет информации вот насчет генетики. Он это подметил. Однако много всякой другой информации. Вот как-то так. Забавно. 7-й эпизод. Отец лучше знает. О, это мы наконец добрались до Рэйчел и до ее отца Генри. Я дома, я так устала. Рэйчел, ты знаешь, который сейчас час? Ученица старшей школы не должна приходить домой так поздно. Что подумают соседи? Господи. Эти их взаимоотношения, это, конечно, кошмар. Я же тебе уже говорила, у меня там какой-то дебют, я репетирую. Это все для того, чтобы стать айдолом, да? Ну и тут они, понятное дело, ссорятся. Что там насчет работы? Рэйчел говорит, что я очень серьезно воспринимаю эту работу. Это не просто тебе, знаешь, потанцевать и попеть, как ты думаешь. Это не так все легко. Но ты же никогда этого не поймешь, разве не так? Ага, а это Рэйчел общается то ли со своим менеджером, то ли с кем-то из шоу-бизнеса, из знакомых. Ну, так что, вы продолжаете ссориться, да? То есть Генри не знал, что ей сказать, она такая просто: «Все, я пошла в школу, я не буду с тобой разговаривать». Ах, я все еще злюсь на него, поэтому сегодня утром я ушла и даже не взглянула на него. Но на самом деле... А, и вот она открыла коробочку с завтраком, который он, видимо, для нее собрал. И тут он ей пожелал, типа, пусть у тебя все получится, да? Он такая говорит: «Глупый папа!»
Ох, боже ты мой. Папа, конечно, у нее тоже палку перегибал неоднократно, но судя по тому, что менеджер у нее действительно был каким-то там извращенцем, Генри все делал правильно. О, Миртл! Наконец-то я ее вижу. Мне нравится, как ее рисуют в комиксах. По-моему, она такая более красивая, чем ее спрайт обычный. Ну и этот ее эпизод называется «Переработки». Что ж, говорит, хорошо, я закончила. Обратите внимание, 10 вечера уже. Кошмар. Что, Миртл, идешь домой? Ага. Наконец-то выходные, можно будет немножко отдохнуть. Конечно. Что? Что случилось? Кто отправил мне отчет о багах в такой час? Господи, баги, баги, я должен немедленно их пофиксить. Слушай, ну ты что, не можешь пофиксить их завтра? Я не могу, дедлайн уже слишком близко, придется исправлять их сейчас. Бедные геймдизайнеры, ужас какой. Я думаю, это просто небольшая ошибка. Если я исправлю вот этот параметр... Нет, подожди, дело не в этом. Но раньше здесь не было никакой проблемы. Почему все это вообще не работает? Сделай глубокий вдох, чувак. Ты сейчас ничего не исправишь. Я в порядке. Я знаю, что с моим кодом все в порядке. Наверное, тестировщик, если я правильно перевожу, ошибся. И нет там никаких багов. Успокойся, успокойся. Сейчас ты в любом случае ничего не сделаешь. Отправь мне этот отчет. Посмотрим, что я могу сделать. Но разве ты не собиралась домой? А что насчет твоих выходных? Ладно, у меня достаточно времени. И, в общем, за тобой должок. Короче, Миртл так домой и не пошла. Знаешь, тут неподалеку есть новый ресторан. Не хочешь туда сходить? Не, мне не интересно. А ты случайно не знаешь место, где я могла бы выпить хороший кофе? Смотрите, вот этот коллега, походу, к ней подкатывал. Но она так вежливо и корректно его отшила. Ну и, собственно, правильно. Зачем ей нужен какой-то коллега, когда у нее потом появится Аква? Несмотря ни на что, я все-таки их шиперю. Подождите. А, это все? Это был последний эпизод, да? Почему-то вот с 8-го эпизода мы начинаем переходить на 7-й, а потом сразу на 1-й. Ну и все. Это все комиксы, которые мы с вами могли здесь прочитать. Вот оно, значит, как. Ну что ж. Что ж, это было довольно-таки занимательно. И очень даже интересно. На ачивки мы с вами уже смотрели. Это, конечно, если я только захочу переиграть для себя. Кстати, знаете что? Я могу показать вам бесконечный режим. Потому что, по-моему, пока я записывала обычные серии, у нас с вами был чисто сюжет. И я сюда не заходила вообще. Подожди, а что такое фрибрю? Это мы можем заваривать на свое усмотрение или что, или как? Но здесь у нас есть челлендж-мод. Это значит, что мы на время должны будем заварить сколько-то напитков. Давайте его попробуем. Просто чтобы вы поняли, что это вообще такое. Шоколад, лимон и мед. Таким образом, ребят, мы с вами сейчас новые рецепты еще узнаем. У нас здесь вот идет время. Если мы завариваем правильный напиток, то время нам прибавляется. Кофе, имбирь и лимон. Но, на мой взгляд, это очень простой режим тогда получается. Здесь очень сложно ошибиться в ингредиентах. Так ведь? И если мы заварили правильный кофе, то персонаж будет улыбаться. Чай, имбирь и чай? А что из этого может получиться? Может, наоборот, надо было чай, чай, имбирь? Нет? Джинджер ти, имбирный чай. Ну нет, в принципе, мы все делаем правильно. Молоко, мята и корица. Вот это какой-то молочный коктейль уже будет. Ну слушайте, нет, так неинтересно. Я думала, тут правда какие-то названия появятся. Необычные, которых у нас еще не было. А они не появляются. То есть мы просто варим кофе. И все. А, вот, Sugar and Spice. Хотя бы у этого кофея есть рецепт. Шоколад, лимон и лимон. Это что вообще за рецепт такой? Это вообще вкусно? Ну, короче, как-то так, ребята.
На мой взгляд, не слишком-то это интересно. А вот если мы сюда зайдем, то что будет здесь? Типа, приготовь напиток любой, какой захочешь. Во, давайте с вами тогда попробуем и сделаем, вот, например, что-нибудь на основе молока. Молоко. Молоко, мед и корица. Давайте так. Может, откроем что-то новое, кто его знает. Honey cinnamon milk. Ну ладно. Этот напиток кое-ком мне напоминает. А, подожди, то есть здесь мы будем что, варить напитки исключительно для Фреи? Интересненько. Хорошо, тогда, допустим, кофе, лимон и мята. Получится что-нибудь из этого? Lemon mint coffee. Да как-то не особенно. А, этот очень успокаивающий. Хотя, знаете, режим на самом деле тоже полезный. Таким образом, мы будем знать, какой напиток успокаивает, какой, наоборот, бодрит. А вот, например, чай-чай и... Что там было? Ну, давайте еще с мятой попробуем. Минти? Ну, собственно, да, никакого необычного названия тут не будет. Я думаю, я знаю кое-кого, кому бы этот напиток понравился. Ну и ладно тогда, друзья, товарищи. В общем, на этот режим мы посмотрели. Особо ничего интересного здесь нет. Это только тренировка для вас самих, если вам сильно захочется. Что ж, теперь, наконец-то, я могу эту игру закончить. Что ж, спасибо вам большое за комментарии, которые вы оставляли под этим прохождением. Я видела, что игра вам нравится, и мне это очень приятно. На самом деле, что-то в этом во всем есть. Своя история, пусть даже развивающаяся не под нашим чутким руководством, потому что мы на нее особенно не влияли, но тем не менее, это было интересно. Всем большое спасибо, увидимся в следующих летсплеях.